Алко, Алка, Алка, Алка Зельцер. Поехали, послушаем. Просто вот это чувство, вот это, оно было непоколебимое, типа неоспоримое. Вот знаешь, типа, первое, ты скажешь, что это каким-то хуйным быть, это черная бумага, это вернулся обратно. Вот настолько, что я как капля из моря, мы все одно целое живое. Детцы сидят на проводах, а я сижу на антидепрессантах, забыв причину. Большие города, янных фоник, оттенка на капучино. Танцевал коктейль, коктейль молотов, моя постель в центре города. Им все нужно мое сердце, а мне нужен алкозельцер. Танцевал коктейль, коктейль молотов, моя постель в центре города. Им все нужно мое сердце, а мне нужен алкозельцер. С нами выживать сильнейший. Не за кэш и не за женщин. За все придется платить, чтобы говорить. Нужен алфавит, чтобы любить, надо выпить. Чтобы любить, надо выпить. Чтобы уйти, нужен выход. Немцы сидят на проводах, а я сижу на антидепрессантах, забыв причину. Большие города, странных фоник, оттенка на капучино. Танцевал коктейль, коктейль молотов, моя постель в центре города. Им все нужно мое сердце, а мне нужен алкозельцер. Танцевал коктейль, коктейль молотов, моя постель в центре города. Им все нужно мое сердце, а мне нужен алкозельцер. Водка, водка, швепс, на бэкстейдже нет мест. Мерседес класса S, светофор желтый, как и Мендес. Марафон, не помню день, я иду на Эверест. Лечу над городом, как Брюс Уэйн. Секс — это просто секс. Тут так темно, только инстальгинус. Приплю весь килограмм минус. Вид прекрасной даже депрессии. Ты груз надо весело. Танцевал коктейль, коктейль молотов, моя постель в центре города. Им все нужно мое сердце, а мне нужен алкозельцер. Сидят на проводах, а я сижу на антидепрессантах, забыв причину. Большие города, я на их фоне, как пенка на капучино. Все, да? И все. Я что-то не слышно ничего мне. Себя вроде слышно. Если себя не слышно. Ну, слушайте, необычное, вам хочу сказать. Я вот такого, наверное, ЛДЖ прям даже и не припомню, на самом деле. У него хоть, конечно, была какая-то своеобразная лирика, но все равно какая-то более движниковая. Здесь прям чувствуется, не знаю, веет прям вот это какой-то депреснявый, не знаю, меланхоличный какой-то вот прям вот этой жирцей. И почему я сказала странно? Предприпев, на мой взгляд, звучит ярче припева. Вообще. Не знаю. Ну ладно, окей, он так видит, он так слышит. Потому что, то есть, он сделал предприпев намного ярче по звучанию, какой-то экспресс такой, чем сам припев, да? То есть, получается... Танцевал коктейль, коктейль молотом, моя постель в центре. То есть прям это даже таким, как бы, вот прям бархатным фальцетом старается. Интересно, кстати, прям, ну, я бы даже переслушала на самом деле. И концовка тоже, я бы сказала, неоднозначно и больше неожиданно, потому что мне казалось бы, да, то есть вот так вот листаешь, ну, ну окей, пошел припев за двойным, наверное, повтором. Нифига, да, я вот уже аутро, и все. То есть на таком ощущении какое-то, не то чтобы недосказанности, но на предвкушении каком-то, вот, мне кажется, слушатели оставили здесь.
типа, насладился, хватит, едем дальше. То есть вот какое-то вот, знаете, как говорится, с легким чувством голода, наверное. Типа через полчаса придет чувство насыщения. Вот, вот ощущение здесь такое, сказала. Осталось птица Сенбурга. Я сижу на антидепрессанта. Кого мы слушали? А, Славу, да? Вот, вот что-то какие-то отголоски. Ну, только у Славы там полный жоп-рок был, да? Здесь как-то... Ну, опять же, это какой трек... Только третий трек, там Слава тоже не сразу как бы разошелся чуть-чуть, да, эмоционально. Может, здесь то же самое, может, там ближе к концу он решит прям всю правду. Не то, что правду-матку, а вот то, что у него внутри, да, эмоционально сидело выжить. Но мне понравилось, честно, на удивление мне понравилось. И я даже вот, вот добавлю плейлист. То есть вот ощущение, что я бы еще раз переслушала, у меня есть, вот осталось такое. Вот, ну понятно сразу, что вы очень любите, да, творчество ЛДЖ, прям так трепещите перед ним, прям, ну что вообще? Ну, не скажу, что плохо, мне понравилось.